Сейчас все заступающие на дежурство сотрудники госавтоинспекции при себе имеют специальное устройство. Нагрудный видеорегистратор крепится на карман куртки и записывает все происходящее 8 часов без перерыва. Госавтоинспекция Гродненской области одна из первых, наверное, начала очень активно и давно использовать автомобильные регистраторы, которые позволяли впоследствии отследить все действия инспектора ДПС, ну, в том числе и действия правонарушителей, которые попадали в поле зрения этого видеорегистратора. В настоящий момент мы видим, что все-таки определенная часть каких-то действий, взаимоотношений, разговоров, процесса разбирательства инспектора с правонарушителем происходит вне поля видимости этого регистратора, поскольку зачастую эта беседа проходит на улице. Теперь же данный комплекс, который поступил к нам на вооружение, «Дозор 77», позволит нам отследить все действия и процесс разбирательства с правонарушителями, в том числе и вне салона автомобиля. Это нововведение позволит избежать любых спорных ситуаций. Данные с каждого регистратора будут храниться на специальном сервере в течение месяца. К слову, подкорректировать видеозапись сами инспекторы не смогут. Регистратор сделан таким образом, что съем информации с него будет производиться только при установке его в специальный комплекс, который установлен в дежурной части. То есть фактически инспектор ДПС с утра получает под роспись видеорегистратор, затем в конце смены отключает его в присутствии дежурного, сдает его, устанавливается обратно в этот комплекс, где производится съем информации в автоматическом режиме, а также заряд батареи. Всего в нашей области было закуплено 40 комплектов оборудования, но уже в ближайшее время индивидуальный видеорегистратор появится на груди каждого инспектора дорожного движения в нашем регионе. Юлия Броско, Анатолий Бояринцев, новости Гродно+.